Дракслер, и тем не менее, проходит эта атака. Пас Дани Алвес с третьей попытки пасует. Отдай, отдай, отдай ему! Браво, Де Хеа, но как же легко, казалось бы, при 10 защитниках... Кто такая Марина 458? В смысле? Ну, Марина 458. Что, Марина 458? Ну, кто такая Марина 458? Я откуда знаю, кто такая Марина 458? Ну, не делай вид, что не понимаешь, о чем речь. А, может, Марина 459? Я знаю, кто такая Марина 459, но Марина 458 впервые слышу. Не поясничай, эта дрянь тебе лайк поставила. Эта дрянь поставила мне лайк. Какая трагедия? Еще какая? Ну да, значит, у меня теперь с ней любовный роман, да? Ну это тебе это значит, что у тебя там с ней? Ну конечно. Я же кабель, правда? Да. Или кабель? Да не понимаю. Маня, все же кабель. Мне постоянно кто-то ставит лайки. Вот именно. Значит, у меня со всеми любовный роман? Вот это я, Казанова. Откуда хоть время нахожу? Сам себя поражаюсь. Да ты можешь хоть раз серьезно сказать? Хочешь серьезно? Давай серьезно. Может, ты тоже с теми, кто тебе иногда лайки ставит, гуляешь лунными вечерами, а? Брависсимо! Великолепная контратака Парижа! И Кильян Мбаппе должен был забить в этом матче! Собирай-ка ты свои вещички. Они бы, может быть, выиграли. Но их устраивало 0-0, они получили 0-2. И так будет с каждым. Что касается чрезмерной ревности, как со стороны мужа, так и жены, это очень вредное и трудновыносимое дело для обеих сторон. В хадисе сказано: «Одни проявления ревности Аллах любит, а другие ненавистны Ему». Речь идет о беспочвенной и неоправданной ревности. Есть ревность допустимая и недопустимая. А для мужа ревность нужна. И эта ревность должна быть своевременной, оправданной и адекватной. Безразличный мужчина никогда не будет иметь достойное место в обществе в плане сохранения чести и достоинства. В хадисе сказано: «Ла ядхуль джанната даюс» – «не войдет в рай безразличный мужчина». Поэтому не поддавайтесь необоснованной ревности ради самих себя и сохранения вашей семьи.